Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Бенвенуто Челлини, Ганимед. 1550 год. Мрамор, высота 105. В данном случае скульптор, по сути, проделал реставрационную работу, так как понимали ее в 16 веке. То есть к сохранившемуся античному торсу добавил голову, руки и ноги. Челлини можно упрекнуть в манерности, однако совершенно очевидна логика его дополнений, а манерной вполне вероятно может быть и сама эллинистическая статуя. Подчеркнутый хиазм фигуры оправдан жестом персонажа, словно дразнящего психолог Игорь Кон, рассматривая обои Ганимеда в Челлини, отмечает: Ганимед – уверенный в себе красивый подросток, который делает с орлом все, что захочет. В первом случае орел мирно сидит у его ног, в то время как подросток гладит его по голове, а во втором случае мальчик оседлал орла и едет на нем верхом. Вопрос о том, кто тут главный, не возникает. Но вот такое описание к работе Бенвенуто Челлини «Ганимед» я нашел в интернете, пользовался текстом книги «Великий музей мира». Пока, до свидания.